Здравствуйте, в эфире телеканала «Абакан-24» с прогнозом погоды Константин Аникин. Понедельник, 16 января. Всемирный день «Битлз» – музыкальной группы всех времен и народов, легендарной четверки из Ливерпуля. В привычном составе группа отработала 8 лет. За это время они официально выпустили 13 альбомов, каждая песня из которых становилась настоящим хитом. Крупнейшая пятигорская выставка меха «Ангелина Сэм» в Абакане только до 15 января. Новые коллекции 2023 года по выгодным ценам. В Новый год в новой шубе. ГЦК «Победа», проспект Ленина, 69. Фабрика «Ангелина Сэм» поздравляет жителей и гостей города Абакан с Новым годом и дарит скидки до 70%. Действует рассрочка до 3 лет. Приглашаем всех в ГЦК «Победа» только до 15 января. В понедельник, 16 января, в Черногорске пасмурно, возможен снег. Температура воздуха днем минус 8, ночью минус 9 градусов. В Саяногорске пасмурно, возможен снег. Температура воздуха днем минус 7, в вечернее время суток минус 8 градусов. В Сорске пасмурно, возможен снег. Температура воздуха днем минус 13 градусов, в темное время суток минус 14 градусов. В Абазе пасмурно, днем температура воздуха минус 8, ночью минус 10 градусов. В Абакане пасмурно, возможен снег, температура воздуха днем минус 8, в вечернее время суток минус 9 градусов. Ветер юго-западный. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Это был прогноз погоды на телеканале «Абакан-24». Всем самого доброго, до свидания.